21 сентября состоялся общегородской субботник, на котором приняли участие педагогические коллективы и учащиеся всех общеобразовательных школ и среднеспециальных учебных заведений, а также вуза. Наведение чистоты на улицах города – это очень значимое дело. Гораздо приятнее смотреть на убранные чистые улицы, парки и скверы, говорит заместитель директора по воспитательной и социальной работе филиала Дагестанского государственного университета Мирза Мусаев, отметив, что студенты в таких мероприятиях весьма активно себя проявляют. Вышли на субботник. И работает для них это и престижно, потому что они и не только учатся, они общаются в общественной жизни города, общаются в общественной жизни нашего университета, во всех мероприятиях, которые проводим и в университете, и в городе, они вот так постоянно будут участвовать. За представителями учреждений и организаций закреплена определенная территория, где в основу работы входит очистка от мусора и грязи, а также побелка деревьев и бордюров. Субботник был инициирован в преддверии Дня города. Практика проведения таких мероприятий носит систематический характер. Основная цель – это благоустройство и поддержание чистоты на улицах и придворовых территориях, а также формирование у жителей ответственного отношения в плане санитарного порядка. По словам педагога многопрофильного лицея Бекея Маликовой, приобщение молодежи к труду необходимо и полезно в плане духовно-нравственного воспитания. Конечно, с одной стороны, субботники – это хорошо, то, что дети выходят и сплачиваются между собой, помогают друг другу, работают. Но с другой стороны, если бы все жители бы подключались бы к этому, было бы, конечно, лучше бы, наш город был бы намного чище. И, к большому сожалению, не всегда нам горожане помогают в этом. Дети как могут, вот мы справляемся с этими всеобщими. По мнению студентки медицинского колледжа Нанапо Асиат Байсултановой, молодежь должна участвовать в общественной жизни города, в частности на субботниках. Каждый житель должен чувствовать долю ответственности за судьбу родного края. Кроме того, совместный труд сближает коллективы. К субботнику я отношусь очень даже положительно. Хотелось бы, чтобы почаще проводились такие мероприятия у нас в городе, так как это воспитывает и нравственную мораль нашей молодежи. Как-никак студенты могут встать утром и прийти, получается, просто размяться. В первую очередь, это, конечно же, поддержание чистоты в нашем городе, потому что мы должны быть патриотами и соблюдать чистоту – это самое главное. Проведение субботников необходимо для облагораживания города. В нем должны участвовать не только молодежь Хасавюрта, но и все горожане. Только общими усилиями можно сохранить наведенный порядок и чистоту, отметили участники. Вика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».